Правительство Омской области и Омская филармония представляют главное музыкальное событие этого лета – баттл двух крупнейших оркестров страны, впервые в России. От классики до современности. 20 часов музыки на открытом воздухе. Дмитрий Васильев и Омский академический симфонический оркестр, Михаил Голиков и Государственный симфонический оркестр Ленинградской области. 1 и 2 июля – Большой симфонический парк. Баттл оркестров.